пятницу в Самарской области облачно с прояснениями, пройдет дождь, возможно гроза, 19-21 тепла днем, ночью 13-15 выше 0. Ветер западный, юго-западный, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани облака, осадки в виде дождя, днем плюс 19, ночью плюс 14 градусов, северо-западный ветер, скорость 2 метра в секунду. В Тольятти небольшая облачность, дождь, гроза, днем плюс 20, ночью плюс 15, западный ветер 2 метра в секунду. В Самаре малооблачно, пройдет небольшой дождь, гроза, плюс 20 в дневное время, ночью плюс 14, юго-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление пониженное, 741 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 69%, малая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.